Всем привет, друзья! Это внеплановый видеоролик, и я прошу послушать и посмотреть его максимально внимательно. Около 40 минут назад мне позвонил человек, который помог мне с разоблачением одного казахского ютубера. Ролик есть на канале, кто не видел, вы можете его посмотреть. Буквально через несколько дней после выхода видеоролика, люди, о которых шла речь в этом видео, начали просить через этого человека удалить материал, удалить все пруфы, которые я слил в телеграм-канале. Ссылочка на него есть в описании. Я делать это отказался. Через день, то есть сегодня, этот человек позвонил мне и сказал, что на меня готовится масштабный вброс от всех ютуберов Казахстана. Более того, этот вброс собирается поддержать Жабко, человек, которого недавно я точно так же разоблачил. Я прекрасно понимаю, что данная информация может быть фейковой, и сделано это все было сейчас специально, чтобы я среагировал. Но лучше предупредить вас всех заранее, а не наоборот. Если на меня и правда будет сделан вброс от казахских ютуберов, то знайте, все это неправда, а лишь жалкая попытка уйти от ответственности. Потому что люди, пруфы на которых я слил, боятся, что их захейтят. В доказательство моих слов я прикрепляю вам разговор из Дискорда, который был записан только что. Начал записываться он сразу после того, как монтажер сказал о том, что на меня готовится масштабный вброс. О том, что разговор писался, он, естественно, не знает. Ну, они, то есть, хотят просто снять ответку, типа, сказать, что это все пранк. Угу. Блядь, ну это же максимально тупо, как это доказывать они будут? Ну, то есть, ты будешь с ними записывать видос. На видосе ты скажешь, что, типа, мы разыграли Евгена, скинули фейковую инфу. Так, подожди, а зачем ты на это согласился? Кого-кого? Ну, я знаю, да, но... После того, как я, ну, после этого случая меня никто не будет поддерживать, и мое будущее в ютубе. Тебя не будут поддерживать только потому, что ты помог разоблачить вот этого дурачка. Да. Угу. И когда видосы не планируют выпустить? Ну, завтра. Завтра уже? Да. Угу. Я вообще рад тебя, хотел об этом предупредить. Угу. Ну, там ты вдвоем от этого мучика все меня угрожали, и я буду тебе написать со второго фейкового аккаунта. Ой, ну я тебя понял, но прикольно. То есть они будут говорить, что я все напиздел, что это пранк, это розыгрыш. Да. А кто там будет с вас, с тобой, будешь ты, Fire и кто еще? iFox. А другие ютуберы будут поддерживать? Да, все хотят сделать, ну, там, оформить сообщество. Сообщество, я понял. И это все из Казахстана ютуберы, правильно? Да. Все ютуберы прям. Угу. И там хотят в это дело Жабку принести. Чтобы... Жабку еще в это дело? Я понял, я понял. То есть сейчас все казахские ютуберы хотят выставить меня пиздобовым, грубо говоря. Да. Угу. Вот так есть. Я понял. Ну вот, я хз, как они на это планируют. Потому что я тебе скинул так много данных, и все спорить, что это правильно. Ну, слушай, я надеюсь, адекватная часть поймет, что это наёб. Ну, я думаю. Ты там в своём ответке мочек вообще мне угрожали там. Ну, я в своей ответке, я знаю, что я скажу. Поэтому можешь даже не париться. Пусть записывают, что хотят. Адекватные люди... Ну, все равно поймут, что это наёб. Просто видишь, ты сейчас сам себя подставляешь, что сначала ты топил против, сейчас ты будешь с ними в ответке. Я так понимаю, тебя заставили это сделать. Но репутация тебя, грубо говоря, другими... Меня ютуберы большие поддержат, Азам, там, Трэшер, другие. Но ты понимаешь, что в их глазах ты будешь, ну, предателем, получается. И это жестко будет. Большая часть аудитории Free Fire это казахи и... Ну казахи, ну я-то понимаю, что казахи, у тебя будет поддержка, но, чувак, ну это прям... Ну я тебя понял, короче. Ну смотрите, записывайте, делайте, что хотите, мне вообще по барабану. Если честно. Я сам не хотел, это сделаю, если честно. Ну я понимаю, что ты не хотел, но ты в это вписался, получается, ты на их сторону один хрен встал. Ну окей, я тебя услышал. Я не встал на их сторону. Да не-не-не, записывайте видос, без проблем вообще, записывайте, выкладывайте, завтра он выйдет, я жду, без проблем. Я там тебе данные могу скинуть со второго аккаунта. Смотри сам. Потому что сейчас меня отключит мой брат,
и у него есть доступ к моему ВК. Ну, вообще-то, на их сторону сам мой брат, а не я. Угу. Я понял, я понял. Ну да. Ну, значит, видос будет, и они в этом видосе скажут, и все казахские ютуберы поддержат, правильно? Да. Угу. Я тебя понял, я тебя услышал. Ну окей, жду видос. Спасибо, что предупредил. Да, угу. Ладно, давай, еще на связи.